крылом. Под крылом самолета о чем-то поет. Ребят, так куда? Спортзала все фото. Блин, чувак, исчезни, пожалуйста. Да подожди, чувак. Блин, трэш такой, чувак. 5-7 секунд просто, пожалуйста. Весь видео идет. Два. Это видео. Это видео, да. Да. Это видео, да. Это видео, да. 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 Очень серьезно. Офигеть. Видео, да, я считаю, что вот это видео. Да. И вот этот чувак тоже считает 5-7 секунд. Да? Все уже, время закончилось. Нет, еще не закончилось. Он станет звездой на Ютьюбе. Ютьюбе. Слышишь? Фотки, и все, я пошел. Ну, как бы все нормально, да? Все нормально, да, как бы, да. А, да, да. Все нормально, в принципе. Все хорошо прошло, да. И как бы да, да, да. Да, мне очень понравилось. Как бы, очень круто. А особенно гримерки. Это такой диванчик красивый. Я не сидела, спала. Спала? Да. Прямо спала, что ли? А сейчас мне принесут шматок сало и все. И я пешком пойду до Москвы. Какое сало? Ну что? А, да, фрукты. Фрукты. Фрукты вообще самая нормальная тема. Сало в Беларуси, ну, на самом деле, это Украина. Да, это на самом деле Украина, да. В Беларуси надо жрать драники, блядь. Драники, да. Драники с салом, да, да. Вот драники, сука, тема, блядь. Драники! Драники!